Прошу выпить за меня. За мою любимую Милу. Милая. Ну, вы все ее знаете. Молочка. Ленивый. Суетиться, а мы там то оладьи, то какие-то. Ну, в общем. 30 лет почти как 100, того здесь такие слова. Отплывем мы, как бывал, рано утром до жары, от четвертого причала, в поселок Мирного Шатры. Городские прочь рубашки, солнце парится в реке, между пальцами ромашки остаются на реке. Городские прочь рубашки, солнце парится в пруду, между пальцами ромашки остаются на реке. Все не так мне рисовалось, не поверю ни за что, будто раньше мне казалось. 35. Почти как 100. На зеленом этом луге среди пней стрекоз и мят. Те же сладости и вьюги в голове наишумят. Та же самая тревога. И как в прошлые года, разных дел я начал много. Не выходит ни черта. Хватит шуток, хватит смеха. Ты учти, старик, учти. 65 до успеха еще сотни верст. Давай жить будем за твои успехи. Ну, хочу, конечно, поздравить с днем рождения, передать привет от Яны Арлазорова, сейчас на самолете прилетел, он тоже тебя поздравляет с днем рождения. Там. Ну ты мужик! Ну ты мужик! Маленький привет передал, вот, поэтому это здорово, потому что как бы вот твой день рождения, его многие люди в этот день вспоминают. А помнит, почему этот день? Хочу передать как раз вот. Саш, почему помнит? Я не умею еще объяснить.